Вашему вниманию восхитительная блуза от бренда Souvenir из лимитированной коллекции. И начать я хочу с фактуры. Обратите внимание, что это не принт, а вот такая сверху фактурная черная строчка, что, конечно же, придает значимости этому изделию. Ну и не могу не отметить интересный конструктив. Здесь идут пуговки, вот такой вот кушак и сзади красивый вырез. Можете на мне его оценить. Также обратите внимание на рукава. Они красивые, объемные, дают динамики образу. Ну и блуза идеально по пропорциям. Она заканчивается там, где надо. Ко всем вашим юбочкам подойдет. Будет работать в пользу ваших ног и будет вас строить. В данном случае скомбинировали с юбкой в бельевом стиле. Добавили мюли. Хочу отметить, что в комплекте идет вот такое украшение по целому. Поэтому идеальным завершением образов станут вот такие босоножки. Обратите на них внимание. Они сделаны по целому, но выполнены при этом все детали из натуральной кожи. Не могу не отметить красивейший архитектурный каблук. Что еще мы можем предложить к этой блузе? Монохромом, конечно же, можно собрать образ вот с такой красивой юбкой, которая будет отлично держать форму. На контрасте добавить можно черные брюки. На них им уделить особое внимание. Они идеальны для лета, отлично садятся на любую фигуру, выполнены из льна и хлопка. Ой, простите, льна и вискозы. Они также представлены у нас и в бежевом цвете, поэтому монохром здесь тоже собирается. Если мы также продолжаем работать на контрасте, вашему вниманию интересная модель Аладдинов. Ну и идеальным завершением образа с этой блузкой станут вот такие брюки. Посмотрите, какой восхитительный и невероятный эксклюзивный сет поселится в вашем гардеробе.